Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы начинаем прохождение Ведьмака третьего со всеми дополнениями. Я не удержался и взял эту игру себе в стиме по скидончику, так что давайте-ка проникнемся в этот мирок и кайфанем по полной программе. Так, Кайрмохер, твердыня ведьмаков на реке, что-то там. Нормально. Так, игру я полностью ни разу так и не прошел, кстати, друзья. Что будет довольно интересно, ну, по крайней мере, мне. А вы пишите, хотите вы такое видеть или же нет. Слушай, это совсем не смешно. Господи. А, это магия. А я не уверен, такое вообще можно показывать на YouTube? Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то Весемир замучает ее своими гравюрами. Ух, сколько шрамов-то у нас, а. Ну я пошел. Ага, пока. Там же не будут ничего показывать. Если что, заблюрю. Ой, как это мило. Фига себе, там у него укус. Слева, где ключица. Так, это, наверное, еще блюр будет. Он быстро оделся как-то. Да что ж ты, опять блюр. Хотя фиг его знает. Вроде ничего не показывал. Но блюр я сделаю все же. Ну, сейчас можно не блюрить. Да что ты все стоишь там, а? Так, что у нас по графону? Так, добро пожаловать, та-та-та-та-та, можете включить обучающие подсказки, я понял. Так, ну вроде с графонием все хорошо, я поставил как мог, чтобы было 60 кадров, так что все по кайфу. Мини-карта, так, это понятно. Вроде все хорошо. Сейчас я еще раз чекну, что все хорошо. Так, самый низ. Угу. Так, ну что, ведьмачье чутье. Сейчас, подожди, мы осмотримся, что у нас тут. Холера. Отличный у нас все-таки перевал. Ну да, выглядит реально круто. Реально офигенно. Я в таком месте жил. Так, нужно найти ключ от спальни, используя ведьмачье чутье. Ну давай. О, что это? Что за кубок? Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Это сок? Это такое количество сока? Так, я вижу ключик. Так, ключик мы взяли. Что-то я нажал случайно. Так, я бежать могу? Нет, я не могу бежать. Ладно, будем идти медленно. А это как раз-таки дядя Весемир. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Да, по-любому где-то по замку бегает. Развлекается. Нормал. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Разумеется. Что? Подъем, мастер. Какие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гулей и Альгулей. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык.
Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Распустили мы ее. Мы? Я с самого начала говорил, что Цири нужна крепкая рука. Говорил, это верно. Но она тут же села тебе на шею, как и всем остальным. Ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Да, да, давай. Так. Как она не боится свалиться туда, а? Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. О, господи, что за финты дешевые? Она еще с закрытыми глазами, как Кенши из Mortal Kombat. Нормально. Или мне показалось? Господи. Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Слишком много понтов, как по мне. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака, может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Хм. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Хорошо, если так. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мне кажется, мы или у него слишком большие ладони. Давай. Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Только если свалишься. Реально какие-то большие ладони. Фига себе, у меня там тесак на поясе. Так, пробел. Пробел. Еще раз пробел. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов. Цири. Это как? Я никогда не понимал, как так дышать. Так, нормас. Ну, можно было и так, собственно. Цири, догоняй. Из чего? Так, и спускаемся. Тихо! Я победил. У тебя ноги длиннее. Я тебе еще покажу. Только сначала вырасту немножко. Вырастешь, так, чтобы ускориться. А, точно, я же могу еще и так бегать быстрее. Отлично, отлично. Так, ну погнали вниз нам. Или куда? Угу. Ой-ой-ой. Ну и лицо у Весемира. Я его лицо даже еще не вижу. Ожидала. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата. Дядюшка Весемир. Ужасненько виновата. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По
По отметинам, яко же у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Хитрая. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давайте с основ, я вообще не помню управление. Это в Скайриме там от балды, а здесь-то реально так, начать обучение. Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Доставай меч, Геральт! Так, битва. Основным оружием Ведьмака являются мечи, стальной для боя с гуманоидами и животными, и серебряный для убийств чудовищ. Так, кроме того, каждый ведьмак владеет простой формой боевой магии. Ведьмачьи знаки не так сильны, как заклинания чародея, зато их можно накладывать очень быстро и простыми движениями одной руки, что бывает крайне полезно в бою. Также ведьмаки знакомы с основами алхимии. Они умеют готовить сильнодействующие эликсиры, бомбы, масла для клинка. Эти средства не решают исход сражения с... более сильными или быстрым противником. Сначала я не прочитал. От закованных панцирей рыцарей до бестелесных призраков и великанов, сокрушающих все на своем пути, ведьмаки должны быть готовы сражаться с чудовищами и людьми всякого рода. Для этого они используют различные оружия и специальные приемы. Ладно. Так, один, ага. Чтобы выбрать цель или отменить выбор, нажмите Z. Ага, на выбранную цель будут направлены все ваши атаки. Выбирать цель в бою не обязательно, но это может сосредоточиться... Так, понятно. У тебя сегодня быстро плохой удары. День. Раз, два, три. Так, быстрая атака. Сильнее. Бил, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня. Так, сильный через шип. При ударе не выпрямляй. Уклоняйся. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Так как уклоняться-то? Ага, альт. Понятно. Еще. Еще говорю. Сделать кувырок, вернувшись от удара Весемира. На пробел? Да, на пробел. Кляшему. Нормал. Завтра буду с Цири тренироваться. Цири, смотри, будет под каким углом Гера держит меч. Как будто ей видно. Давай, атакуй. Выполнить серию блоков. Ну что ты не атакуешь меня? Довольно глупостей. Умри. Что мне блокировать? Я дерусь с глупой куклой. Научишься плавать. Пустим воду. Репост. Удар. Так, чтобы провести контратаку, нажмите эту кнопку непосредственно перед атакой противника. Ага. Может, погода меняется? Давай, давай, атакуй. Вот тебе. В артерию. Ну, иди сюда. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Так, знак Квен. Угу. В смысле? Все, теперь выбрали. А чтобы наложить выбранный знак, нажмите Q. Хорошо. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. А я не мог блок поставить. Интересно. От урона нечто так... Чтобы искры летели. Знак Игни. Так, ага, вижу. Это стоп, это Квен, мне нужен Игни. Все, Игни у меня. Накладываю. Если бы не Квен, я бы... Ну давай! Арт, Геральт! Давай! Арт? Так, давай, арт. Телекинетический удар. Поняла? О, да, этот кайф вообще. Арт собьет с ног любого, нарушит ритм, отбросит ненужную... Переходим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю. Ах, от Аксия все в голове путается.
Угу, интересно. Теперь Ирден. Помнишь его? Видишь, Цири? Так я и шевельнуться не смогу. Кидай бомбу. Бомбу? Не бойся, Цири, Квен выдержит. Ну давай бомбу. И все? Это все обучение? Обучение там по крафту, по вот этой всякой штуке, не? Блин, я не попал. Так как целиться-то? Неплохо. Да ты издеваешься надо мной? А, вот так, вот так. Свободная тренировка. Вы узнали основные сведения о сражениях. При желании вы можете продолжить тренироваться с Всемиром, чтобы закончить тренировку. Просто уберите меч в ножны. Ладно, достаточно. Теперь спарринг. Ну давай. Ух ты, ни хрена себе, ты мощный, а. Нифига себе ты. Давай. Что, драться расхотелось? Я не успеваю. В смысле? А что ты такой живучий, а? Или ты бесконечный? А, он бесконечный, наверное. Давай, 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 давай. Не, это бесполезно. Я могу хоть целый день его ковырять. Убираем меч. Нормас. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхен. Ты нашла шлем? Ну, оторвала шлем, что такого-то? Нормально. Чистить все мечи до последнего. А почему мокренькая? А чё он своих-то не позвал? О, снег пошел. Что за дела? Йоооо. Это что за говно? Это что за летучий голландец? Ух ты ж какой. Я не ждал этого, белый волк. Нет. Ну это сон, если я верно помню. Ну 100% сон. Он сейчас проснется с Фессимиром, фиг знает где. Что-то такое было. Ну вот, да. Скримеры чуть не... Семерия, дорога на Вызиму. Май 1272 года. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Ну, мне снился Каэр Морхен. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис? Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. О, уже рассвет. Мы найдем ее. А потом мы тренировались с Цири. Потом я пошел за Цири, мы вместе тренировались. Вот были времена, маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера.
Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Так, пора ехать. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Что? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы у Вызимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Как-то чучело единорога служило нам кровати. Че? Нет, давайте-ка это личное. Это личное. Очень личное. Видимо, правда. Понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Как вы так следы видите, я вообще не понимаю. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Так, как на континенте, так и на островах. Скеллиге жизнь обычно суровая, тяжелая и короткая. Землю опустошает война. Те же, кому удалось уцелеть, нередко становятся добычей бесчисленных чудовищ, обитаемых вокруг любой деревни или города. Над головой чудовищ появляется шкала здоровья серебряного цвета. Означает, что с таким противником следует драться серебряным мечом, я понял. Покажи, что умеешь. Так, давай-ка сразу знак возьмем. Вот он как раз нам сейчас и помог. А чё знак так долго восстанавливается? Вот только я его кидаю на себя, сразу использую. Нормально. Нормально. А чё у вас так до хрена-то? А чё такие большие? Вы вроде поменьше были, не? Ну, нормал. Так, нанося удары противнику, вы получаете очки адреналина. Вы можете получить некоторые умения, которые позволяют проводить специальные атаки, расходующие очки адреналина. Вне боя число очков адреналина начинает постепенно снижаться. Я понял. Конечно. Когда войско проходит, за ним по пятам идут трупоеды. Угу. Идем, так, пока новые не набежали. Хорошо, восстановление здоровья. Что восстановить здоровье, съешьте что-нибудь или помедитируйте не менее часа. Обратите внимание на уровень сложности боли, страдания и насмерть. Медитация не восстанавливает здоровье. Зашибись, я попал. Пищу можно поместить в ячейки для эликсиров и еды, и в случае необходимости использовать ее в бою. Нажмите R или F, чтобы съесть или выпить содержимое ячейки и таким образом восстановить здоровье. В верхней ячейке для еды и питья есть немного пищи. Нажмите R, съесть ее, восстановить. Ага. Но я же вроде сейчас нормально. Так, что тут у нас есть? Взять все. Не тот значок, не тот значок. Отстань, отстань. Во. Язык чудовища. Яд. Я Нет. рассказывал. Встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Так, большую часть времени ведьмаки проводят в поисках новых заказов, пересекая для этого широкие равнины, поднимаясь на горные перевалы и пробираясь через болоты. По счастью, в путешествии Геральт всегда может положиться на свою лошадь Платву. На Платву навьючены сидельные сумки, в которые Геральт может хранить свои вещи. Чтобы подозвать Платву, нажмите дважды... Так, я хочу слезть, 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 да я слезу, я не все собрал.
после киберпанка я Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Но! Так, и два раза, да? Отлично. Блин, хороший графон. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Кайдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить. А то жить не... Че это было? Идем. На помощь! Помогите! Оу! А я не помню этого момента. Вот монструозная срань какая, а? Это Весемира сейчас заделал, да? Эта хрень коня подняла. Коня. Сколько конь весит? Полтонны? Жесть, это что за бомбардировщик такой? Улетел? Да, вылезай. А кольчуга и стёганка типа не спасла от когтей? О боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... Вам надо думать, вознаграждение полагается. О, кто-то подписался неожиданно. Ты нам ничего не должен, мужик. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они без платы и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Хоть бы руку как пожал. Там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. Прикольно. Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Погнали. Далеко? 208... Бестиарий появилась новая статья Backspace. Так, прочитать это. Глоссарий. Так. Бестиарий. Ага, грифон. Ну да, полуорел был полукот, совсем как у дворян на гербе, только в когтях нес не скипетр, а кровье стерва, что? Анонимный свидетель нападения грифона. Когда-то грифоны жили только высоко в горах, где охотились на сусликов и горных коз. Но однажды они поняли, что на населенных людьми равнинах найдут себе пропитание гораздо проще. Неважно, корову, овцу или пастуха. Это чудовище, соединяющее в себе черты орла и дикого кота, буквально за несколько лет стало одним из самых ужасных бестий северных королевств. Особенно... Дурной славой пользуются королевские грифоны и архигрифоны. Так, а что тут? Масло против гибридов. Арт. Бомба-картечь. Так, и трупоед. Гули. Ходят гули у дороги, съели руки, съели ноги. Скоро им жертвы не хватит, так что ты смотри, приятель.
Так, гули, игра эльфов нелегко описать. С одной стороны, они напоминают человека, но с другой, они полная его противоположность. Хотя руки и ноги у них, за исключением ступней и ладони, человеческие, ходят они на четвереньках, подобно собакам или барсукам. Лица у них, как у обычных мужчин, однако, не стоит искать в них и следа хоть каких-то чувств, разума и хотя бы искру сознания. Ими движет только одно – неутолимая жажда свежего человеческого мяса. Так, это масло против трупоедов, я понял. Так, хорошо. Так, берем плотву. Чтобы автоматически оставаться на дороге, нажмите... Это как? Значит... А, просто зажимаю. Близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака... Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Хорошо. Вы подъезжаете к деревне, ведите себя пристойно. Помните, что стражники не потерпят воровства и не любят тех, кто слишком донимает других. В городах, даже в деревнях, нередко устанавливают доски объявлений на мини-карте, не отмечены значком Тарет какой-то там. Читайте объявления, чтобы найти работу для ведьмаков и другие возможные заказы, а также узнать местные новости. Хорошо. Так, держим Shift, и он сам автоматически бежит. Это верно. О, гуси. От тех сливок у меня болит живот. Как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Ведьмаку? Было такое. Только мальчонку утопец сожрал. А ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. В склеп? Что за склеп? Тут какой-то склеп есть? С ведьмаком. Нормально. Нормально. А я кофейка попью. Ну, пьянчуги, а. Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Темерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Темерии, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь. Чё? Ведьмаки? Ой, какой усатый, а? Чё, выпендриваться будет или чё? Я с выродками не пью. Так не пей. Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли. Так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Да все живой. В порядке. Передает привет. Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет. Чего изволите? Реплики со значком открывают окно торговли. Хорошо. Не тащил, начнем с женщины. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверь. Ну, конечно, сиреневые глаза. Блин, где-то такое видели. Ее о, не забудь. О, жопа лошади. И коровка может, было кто видно. Другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Так, реплики со значком. Ага, завершить разговор, я понял.
Покажи, что у тебя есть. Купим хлеба, там что-нибудь еще, что у нас тут есть. Так, для покупки продаж предметов используется панель торговли. Я понял, хорошо. Чтобы купить предмет, дважды щелкните по нему. Хорошо. Чтобы закрыть панель, нажмите Escape. Хорошо, я хочу хлеба просто. Сколько он стоит? Ух, ни хрена, что так дорого-то? Это ж просто ломать хлеба. Нет, до свидания, я-то без хлеба, ребят. Так, спасибо, это все. Спасибо за все. Сказала еда, питье за мой счет, типа, нормально, типа, и хлеб просто в три дорого. Судари-ведьмаки, а может, вы бы Грифона убили? А то прям беда с ним. Сперва-то он только скотину с полей таскал. А последнее время людское мясо распробовал. Из хаты выйти боязно. Если нам кто-нибудь заплатит, я не откажусь. Чем высматривает? Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Как поменьше внимания? Двое седых мужиков с двумя мечами, блин. Рослые, сильные. Да и пускай меряют. Не то, что местная алкашня. Я кое-кого ищу. О, какой... А мы покоя ищем. Отойди, приблуда, покуда у нас пиво в кружках не скисло. Да чё вы такие... Так, варианты диалогов отмечены значком. Ага, вы используете аксид. Знак воздействует на разум других существ, подчиняя их вашей воле. Чтобы научиться зачаровывать собеседника, получите навык обман в окне умения. Развивайте его, и вы сможете влиять на сознание даже самых неподатливых и упрямых собеседников. Интересно. Так, хорошо. Мне надо задать всего пару вопросов. Глухой ты или как? Никто тут с тобой болтать не будет. Если тебе компанию хочется, так в хлев иди, скотину у кормушки развлекать. Ну ты ему подосрал, Мика. Ты чё, хер... Я теряю терпение. Как оно выйдет, ваши головы покатятся по земле. Да мы только шутейно так говорим. Была здесь женщина со смоляными волосами, одетая в черное и белое? Мы ничего не знаем. Не трогайте нас. Ой, бля, вот это я, конечно, понимаю, времяпрепровождение супер. Слушай, как тут красиво, а? Цветочки, колбаска, чесночок, окорочка, вообще круто. Хорошо живут эти все. Еще раз, в игре 4 фракции. Чего? Кися! Фракции, команды, масти, что-то вроде кися и червы, только у каждого какой цвета своей большой фигуры. Кися. И еще... Охренеть, реально огромный пустая кот. Пустая трата времени. На пол стола. Скорее земля станет вращаться вокруг солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии, ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Какая вестница войны? Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Так. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нильфгаарда собственными глазами. Понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Может, хоть кто-то наконец запишет войну такой, какая она есть. Без вымышленных речей и героических генералов. Напишет про насилие и бессмысленную жестокость. Видно, как не хватает тебе академического стиля. Насилие и жестокость — это детали, не имеющие значения для хода войны. Можно сказать, сопутствующий колорит. Нормально. Ага. Скажи это людям, у которых сожгли дом.
Так, ладно, пошли от него. Блин, не то нажал. До Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ха-ха. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Ну это круто, да. В то время не было нифига, ни пушек, ничего. Мне только надо осада. Идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Ну не хочу. Не-не-не. Реплики со значком начинают игру. Не хочу. Нет, не хочу. Меня ждут другие дела. Жаль. Мне нужно Йеннифер искать. Я бы сыграл с местными, но они и до 10 не сосчитают. Да и правил понять не могут. Ну ничего, возвращайся, если передумаешь. Так, отлично. Кот, ну чё с тобой, а? Так, а ты кто такой? А ты чё-то мне не нравишься. Гюнтер Оди... Какой нервный котяра, а? Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Я не пью с незнакомцами. Да ладно. Я понимаю, место это занюханное. Но рюмочку для аппетита ты бы мог пропустить. Нормальный лучше такой меч там у него. Ты ее видел? Йеннифер из Венгерберга? Хрена? В смысле? В смысле? Это рюмочка, по-твоему? Да это лохань. Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Нильфгардская лимонная. Откуда ты знаешь Йеннифер? Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет, так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена. Слишком осведомленный мужик. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Где Йеннифер? Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Не твое дело. Не твое это дело. О, да. Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Откуда у бродяги деньги и такой меч? Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Красава. Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. И где он? Это что за нахрен? Погоди. Почему он исчез? Он человек? Он кто нахрен? Так, а что это здесь? Тайник. В тайнике можно хранить приметы, не опасаясь воров или случайной пропажи. Спрятанные вещи доступны из самых разных мест, разбросаны по всему миру. Положив примет в один тайник, вы все сможете его в другого. Так, я понял. Это тайник вообще общий на все. Я понял. Так. А что там, мне показалось или мне... Так, вон тот хрен мне не нравится, который в окошке сейчас. Сейчас по-любому мордобой будет какой-то. Ну... Деревенщины пришли разобраться. Ну что, выпил? Ага.
Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Ну смотрите, в принципе, давайте мы пытаемся снивелировать. Я здесь ненадолго. Может и так, а может навсегда останешься. Ну ты сам этого хотел. Под землей. Ну вы сами этого хотели. Живее, мужики! Живее! Блин, я прям ему в кулак прыгнул. Так, надо бы одного выбрать. Можешь меч достать, а? Твоей жопой я сам займусь. Один готов. Второй пошел. Третий. Привет. Ух. Хорошо. С вас что-то выпало? Не та кнопка. Это все из-за киберпанка. Неприятности ищешь. Так, спросите у нильфгаардцев, где Йеннифер. Так, ну я думаю, ребят, на этом можно закончить. Как раз тестовая такая запись. Понравится вам, не понравится, захотите вы еще или нет. В общем, пишите об этом в комментариях. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В описании под видео пока что не будет ссылочки на плейлист с Ведьмаком, потому что только один видос. Но потом, в дальнейшем, конечно же, будет. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.